Чебоксарах подвели итоги регионального этапа 11-го Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества-2019». Лучших из лучших наградили сегодня в Главном управлении МЧС по Чувашии в номинации «Огненное перо», отметили моих коллег с национального телевидения и национального радио Чувашии. Подробности у Ольги Алексеевой. Профессия пожарной – одна из самых сложных, опасных и востребованных в мире. Каждый день тысячи огнеборцев, рискуя своими жизнями, спасают чужие. Для Евгения Долгова, капитана внутренней службы, его профессия – призвание. Лучшим начальником караула он становится в пятый раз. Это, наверное, больше стимул для самого себя развиваться дальше, показывать более высокие результаты и тем самым быть готовым выполнять поставленные передо мной задачи по спасению людей или тушению пожаров. Николай Пархин победил в номинации «Содружество во имя спасения». Он разработал специальные брошюры, которые научат людей с нарушенным зрением грамотно действовать при пожаре. Эти брошюры позволяют незрячему человеку получить информацию, как себя правильно вести при пожаре, или же, если он вдруг окажется на льду, как можно связаться с той или иной структурой, чтобы ему оказали помощь. Прожженный огнеборец, как его все называют, почетный ветеран МЧС России, кавалер двух орденов мужества Василий Нягин победил в номинации «По зову сердца». И в отставке он продолжает работать. Мне приятно, когда я, смотря по телевизору эти пожары, знаю, что у нас такого не будет. У нас дети играть со спичками вряд ли станут. И тем более, что они, увидев пожар, своевременно вызовут пожарную охрану, МЧС вызовут и сами еще помогут выбраться тех людей, которые оказались в беде. Поздравили на фестивале и победителей конкурса среди журналистов. В номинации «Огненное перо» отметили продюсера телевизионных и радиопрограмм «Таван-радио» Анжелику Иванову, Алину Герасимову, старшего редактора национального радио Чувашии, и Ольгу Алексееву, шеф-редактора национального телевидения Чувашии.